Всем привет! С вами Ростиксон. Дальше узнаем о Polars. В этом видео вы узнаете, как добавлять ликвидность, о которой я упомянул в прошлом видео о Polars. Если не смотрели, заходите на канал и узнайте много интересного и как заработать на этом. Особенно если вы увлекаетесь спортом и ставками, точно нужно посмотреть прошлое видео о Polars. Так, основы ликвидности в том, что нужно иметь равное количество одного, ну и другого токена в ценовом эквиваленте. То есть, грубо говоря, $100 в токенах Black и $100 в токенах White. Для того, чтобы купить токены Black и White, должны зайти в Prediction Pool и обменять ваши BUSD на токены. Затем мы должны зайти во вкладку Earn Liquidity. Тут мы соединяем наши токены. Внизу мы видим, сколько мы получим токенов пула. Они называются PTPT. Нашу прогрессируемую долю, общее количество Black и White токенов, которое лежит на данный момент в ликвидности. У меня пока что по нулям, но скоро я это исправлю. Чтобы удалить ликвидность, мы заходим здесь же в Remove Liquidity, вводим количество наших PTPT токенов и превращаем обратно в White и Black, которые можем использовать в ставках. Спасибо за просмотр, все ссылки будут в описании, оставляйте комментарии, ставьте лайки.